Всем привет! Сегодня вас встречает вот такая вот нереальная красота. Если бы вы видели, с какой скоростью я неслась домой, чтобы солнышко вышло у нас в Питере, и я с такой скоростью неслась домой, думаю, скорей-скорей, пока эти 5 минут солнца за всю неделю не прошли, надо снять обзорчик. У меня парочка новых распусков, и это невозможно было не снять. Посмотрите, это у меня Galaxy тут распустилась, красотка. Не знаю уж, то ли она будет вот такой вот в виде ракушки, потому что вот такое вот ее состояние, немножко завернутое вот сюда в серединку, держится уже недельку. И, возможно, так оно и останется. Бархатная, красивая, просто... Ну, как обычно, я говорю, невероятная моя красота. Камеру очень сложно передать, но на солнышке, я думаю, что вы видите, насколько она бархатная и насколько она яркая по сравнению с другими, да, орхидеечками. Я специально для примера принесла сюда и беленькую орхидейку. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот видите, какая она яркая, просто светится огоньками на фоне белой орхидейки и более бледненькой вот орхидейки на заднем плане, к которой мы сейчас перейдем с вами. А еще что мне очень у этого сорта нравится, это с обратной стороны вот такие вот, как будто немножко, знаете, как будто бы мокрые, влажные такие лепестки. И, ну, как сказать, как на копирке, помните, раньше на копирке вот немножко просвечиваются ее вот такие сплэшики, ну, или вены, да, скорее, как вены. Очень необычно, красиво. Ну, вот ее сорт. У меня здесь подписано горшочки. Ну, красавица, хочу вам сказать. Принцесса просто. Очень красиво у нее вот здесь вот губка, видите? Она такая волнистая, тоже симпатично смотрится. Это ее первое совсем-совсем первое ее цветение. Эту малышку я приобретала в размере 2,5. Посадка у нее моя. Одна из моих самых любимых. А там внутри у нее не разобранный маховой горшочек от производителя, обложен со всех сторон корой. Вот так вот выглядят ее корешочки и ее листва. Вот я не так давно смотрела у Даны в обзоре тоже этот сорт. Она ее покупала, голландскую цветущую. Я ее взяла, азиатскую подросточка. У нее были какие-то листики немножко другие, как бы завернуты вот сюда вот вовнутрь, ну, как бы немножко вот такие вот. У этой листья, видите, такие ревневидные и ровные, прямые, вот такие вот прям узкие, прямые, такие как стрелы. Может быть, немножко различаются сорта? Я думаю, что да, название одно, но чуть-чуть различия есть. Цветочек у нее небольшой сравнительно, вот такого вот размера, вы видите, да, по сравнению с рукой, ну, наверное, сантиметров 6. Такие вот бутончики симпатичные, тоже с небольшим крапом. Очень мне нравится эта красавица. Она просто такая нежная. Губа у нее, конечно, классная. Видите, какая хорошая губа. И вот очень-очень, еще раз повторюсь, с обратной стороны цветочек прелестный. Просто сейчас вот он так разверну, чтобы видно было. Видите, как необычно смотрится. Полу, как будто бы они намокли, да, с той стороны. Как промокашка, вот вспомнила слово. И немножечко вот так вот они стали, как будто бы промокнулись, вот те вот вены с той стороны, и мы сможем это видеть. Я думаю, что когда у нее будет, если бы она была пилориком, это было бы просто необыкновенно красиво, потому что с обратной стороны вот эти лепесточки бы вывернулись, и на фоне вот такого вот ярких, ну, вот так бы смотрелось. Очень симпатичный пилор. Если будет такой пилор, обязательно его возьму. Красавица. Следующая орхидейка. Я на нее уже снимала несколько обзоров. Такая вот, я ее называю, невеста в платье свадебном шампань. На видео я смотрю, она такая чисто белая, не передает камеры, немножко ее высветляет. Она в такой, знаете, в зеленцу чуть-чуть. Ну, это, как я и говорю, что цвет шампань такой, немножко, знаете... Вот, это у меня был
такая смешная история. Тоже уже рассказывалась на канале. Это у меня был вот такой вот гибрид. Я вам прикрепляю фотографию. Я ждала какого-то черного, венозного, с какими-то даже, может быть, защипами, может быть, бабочка. Ждала что-то такое супер необыкновенное и редкое, и эксклюзивное, и неповторимое. А получился у меня такой белый, наверное, пересорт, я думаю. Вряд ли это будет гибрид с таких темных черных практически сортов. Хотя сейчас, возможно, все. Может быть, у меня какие-то прародители были белые. И они вот так вот проявились. Тоже может быть. Видите, как она блестит на солнышке? Просто красавица. Еще с учетом того, что вот видите, задний вот здесь вот цвет. Видно, да, зеленоватый такой. А, так вот, живой, она вся такого цвета, как вот там в тени. А вживую она такая более зеленая. Ну, как я, сорт, конечно, я вам не подскажу. Все, солнышко у нас уходит. Ну, хоть немножко поснимала. Сорт я вам, конечно же, не подскажу, потому что это, скорее всего, или случайно ко мне попался пересорт, или же, ну, на самом деле, вот так вот повела себе мутация. Получился такой красивый, нежный белый биглип. И так как белый биглип я очень хотела иметь в своей коллекции, данный вид пересорта получился очень даже, кстати, для меня. Такая нежность. А вот эта красавица, посмотрите, какая замечательная. Это Young Home. Вот здесь вот название. Сейчас я вам сразу же сниму. Young Home Maple. Очень красивая орхидейка. Любовь с первого взгляда. Вот сейчас у нее в стадии распуска последний, вот этот третий бутончик. Тоже первое ее цветение. Малышка пришла в размере 2,5 ко мне от азиатского бридера. Я не помню, где я ее покупала. По-моему, в московской группе. В общем, не суть. Да, с пересылом она ко мне была из Москвы. Вот так вот она хорошо уже адаптировалась с летнего периода. Вот так себя ведут. Замечательно у нее корни. Сам по себе сорт очень крепкий, хороший. Мне понравился. Быстро растущий. И очень красивый. Очень. Они, лепесточки, как будто бы из пергамента. Из пергамента они такие, знаете, очень-очень тоненькие. Из тонкой, как будто бы бумаги, пергамента. И вот это вот сверху, вот эти крапушки, они бархатные. И они так красиво переходят из... Видите, она как будто светится, да? На самом деле она вот такая симпатичная, очень красивая, яркая. Ну, не сравнится, конечно, с Galaxy, но в то же время такая вот у нее нежная фактура. И вот эти крапушки, они вживую очень читаются на такой вот пергаментной тонкой основе лепесточков. И вот эти крапушки, они очень выпуклые и объемные, кажется. И обратите внимание на такую же симпатичную губку. Тоже все в крапушках. Нежный сорт, привлекающий на полочке взгляд. Очень приятная орхидейка. Первое цветение на 3 цветочка. Ну, не особо длинный цветонос. Вот вы видите, да, в сравнении вот с этой белой у нее какой длинный цветоносик. У Galaxy такой подлиннее. А вот эта красавица не очень длинный цветонос. Ну, вот эти вот три сорта, вот эти три, два биглипа и одна вот эта вот красавица. Сегодняшний день, сделали мой сегодняшний день, потому что на самом деле они такие очень красивые. Еще вот это солнышко вышло. Прям такая приятная радость, тем более для нас, для архоманов. Когда распускаются наши красавицы, вот это вот еще когда распустят все свои бутончики, будет просто волшебное цветение, считаю, для первого ее, в ее жизни цветения с подросточкой. Это очень-очень даже хороший результат. Вот здесь вы можете посмотреть листовую розеточку. Вот у этого сорта от Young Home достаточно такая вот компактная, темная, плотные листья. А вот у этой вот красавицы белый, длинненькие такие вот узкие листики. Не знаю, что это за сорт. Ну, вот такая вот попалась мне негаданно красота. Вот такой сегодня небольшой экспресс-обзорчик у меня получился. Я сейчас снимаю два ролика, и что-то мне как-то их все не доснять. Были выходные, какие-то дела насущные. Но вот этот вот выпуск я сегодня сделаю, опубликую, потому что такое солнышко вышло, и грех было мне не снять эту красоту.